Внимание на старт. Дан старт третьего заезда. Открытый приз для лошадей 3 лет расистых пород. Возглавила бег Владлена Лок, тут же Челентана с небольшим просветом Геральдик РМ. Далее аргументы. Замыкает Челентана. Замыкает флагман. А бег ведут Владлена Лук, Челентана. Сбоит Владлена Лук. За 35,5 секунды пройдена первая четверть дистанции. Бег ведет Челентана. Под управлением мастера-наездника Виталия Секисова. На второе место. На втором месте Геральдик РМ. Сбоит флагман. Далее Владлена Лук. Аргумент. И замыкает первый номер флагман. А бег ведет по-прежнему Челентана. На втором месте Владлена Лок и Геральдик РМ. За 36,4 секунды пройдена вторая четверть дистанции. Бег ведет Челентана. К нему подъезжает Геральдик РМ. На третьем месте Владлена Лок. Лидирующая группа лошадей Челентана, Геральдик РМ, Владлена Лок. Далее с просветом с большим отстал аргумент и замыкает флагман. За 36,8 секунды пройдена третья четверть дистанции. Участники третьего заезда выходят на финишную прямую впереди Челентана. Очередной сбой флагмана. На финишной прямой третьего заезда Челентана выигрывает третий заезд под управлением мастера-наездника Виталия Секисова. Далее финиширует третий номер Геральдик РМ. Владлена Лок. Галопом к столбу. И заканчивает дистанцию второй номер аргумент. Ждем флагмана. Сбоил флагман на финишной прямой. Заканчивает дистанцию флагман.